Итак, специальное предложение сегодняшнего дня представлено женские слипоны под названием Элиос. Это специальное предложение только на сегодняшний день. Это самое достойное предложение для женщин, которые следят за модой. Но слипоны вообще самое, я бы сказала, Лен, универсальное предложение, потому что модель этих туфелек не меняется уже очень-очень много лет. Они постоянно присутствуют на модных подиумах, ну а 2018 год стал для них по-настоящему звездным. В этом году дизайнеры играют с фактурой и с украшением слипонов. И у нас сегодня настоящий подарок. Целых 5 цветов. Давай выбирать. Вот он, цвет весенней сирени. Цвет очень насыщенный и в то же время пастельный и мягкий. Посмотри, какой искусной вышивкой они дополнены. И вот именно сочетание сиреневого с розовым и зеленым цветом как раз скажет вам о том, что вы готовы встретить весну. Для тех, кто составляет свой базовый ансамбль, подойдет темно-синий цвет. Но очень хорошо, что ваша база будет не скучна, а также раскрашена цветами и яркими расцветками. Серый цвет. Серый цвет не зря называют самым французским цветом, потому что француженки, парижанки для своих базовых ансамблей предпочитают цвет именно серый. Нежно-розовый оттенок. Посмотрите, какая красота. Потрясающий пудровый. Вы мягкий, нежный, только для тех, кто любит и ценит качество. Действительно, припудренный мягкий цвет, кстати, он может быть также базовым, потому что похож на цвет кожи, на цвет ноги. И классика, черный цвет. Но посмотри, Лен, сразу, как расцвела строгая классика, украшенная такой искусной вышивкой, гладью, причем она еще и мерцает, такая атласная нить. Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Итак, цена только на сегодняшний день. Да закажите сразу несколько пар. Кстати, размерный ряд самый что ни на есть широкий. От 36 до 41. Выбирайте свой цвет. Это цветотерапия сегодняшнего дня. Выбирайте цвет, а самое главное, правильно выбирайте размер. Выбирайте четко размер в размер по вашему российскому размеру. Итак, давай рассматривать все детали для наших слипонов, потому что они действительно прекрасны. Уже вышла на подиум Анастасия, чтобы продемонстрировать, что наши слипоны мы можем носить и с юбкой, потому что многие женщины, вот как многие мои клиентки, считают, что слипоны – это обувь исключительно под брюки или джинсы. Вовсе не так. Современная мода позволяет носить слипоны и с юбкой-карандаш, и с каким-либо летним платьем. А как светлые слипоны прекрасно дополнят ваши летние сарафаны или какие-то летящие романтические наряды. Ну, ты знаешь, мне так нравится вот эта изюминка в виде вышивки. Скажи мне, это ручная работа? Ну, полная, конечно, имитация. Имитация ручной работы, потому что сделано великолепно. Лен, давай посмотрим вблизи. Вышивка гладью шелковистой, переливающейся нитью. Какая красота! Сразу букет цветов на самом деле расцвел в районе вашего подъема. Это очень красиво. Сейчас, как, Лен, я тебе уже и говорила, ведущие все дизайнеры используют для украшения и цветы, и какую-либо еще фурнитуру. И вот у нас сегодня подарок. Украшение букетом цветов. Цветы всегда придают женщине нежности, всегда задают настроение. Эти цветы, конечно же, каждое утро будут поднимать ваше настроение и держать его целый день. Абсолютно безопасный звонок. Звонок у нас бесплатный из любой точки России. Оплата при получении товара на почту. Раскрашивайте свою жизнь. Выбирайте 5 цветов на выбор. По настроению, по цветотерапии. Раскрасьте свою весну. Раскрашиваем свою весну не только яркими цветами, но еще и комфортом. Потому что, Лен, комфорт – это главное. Кстати, нам на подиум вышла наша модель Марина, и я хочу заметить очень важный момент. У нашей Марины 9-я полнота ноги, и она также выбрала слипоны размер в размер, 39-й. За счет чего это возможно? За счет невероятной мягкости и особой конструкции наших слипонов. Во-первых, у нас имитация замши, но сделана она, Лен, из текстиля. Текстиль невероятно мягкий, он очень легкий, он дает нам дополнительную полноту. Вот у нас еще также есть эластичные ленты, которые также под полноту ноги подстроятся. Именно поэтому смело выбираем размер, размер, даже если полнота вашей ноги 9-я, потому что слипоны абсолютно эластичные, а следовательно подстроятся совершенно под любую ногу. Итак, красота, комфорт, яркость и стиль, мягкие и безумно красивые. Посмотрите, 5 цветов на выбор. Ваша
решение, все размеры от 36 до 41. Вспомните свой поход в магазин. Видели ли вы в своем размере такую красоту? Я уверена, что нет. Даже если сейчас вы пойдете искать весенне-летние предложения, они будут стоить намного дороже. Поэтому прямо сегодня супер цена для вас. Эксклюзивно для телемагазин, для телеканала Shop & Show. Заметьте, цена только на сегодняшний день. Завтра цена увеличится до 2000 рублей. Ну, сказала бы я тебе, что такие слипоны стоят и дороже сейчас в магазинах, Лен, а к лету они будут стоить от 3000 и выше. Поэтому самое время запасаться яркой, а самое главное, модной и удобной обувью именно на это лето. Здесь, Лен, есть еще один секрет. В наших слипонах совершенно уникальный случай. Ты представляешь, в обуви меньше, чем за 1000 рублей, пока мы будем днем ходить, мы будем получать микромассаж стопы. Ты видишь эти неровности, вот эти упругие маленькие полушарики? Именно они будут массировать нашу ногу. Это имитация акупунктурного массажа вашей стопы. Это значит, что у вас будет прекрасное кровообращение. Ваша нога не устанет в течение дня. И это действительно легкость вашей ноги и ваше хорошее настроение целый день. Итак, выбирайте массаж ног, мягкость, вы будете летать и не чувствовать этих слипон, вы будете ходить как в тапочках. Итак, выбирайте, у нас 5 оттенков, 5 ярких цветов, сиреневый, синий, темно-серый, розовый и черный. Это ваше решение, ваша весна, пусть эта весна у вас будет самой яркой и самой красивой. Скажи мне, пожалуйста, как ухаживать, Наташа, потому что вижу, мне кажется, капризная ткань. Это имитация замши, Лен, но она сделана на основе текстиля, следовательно, мы стираем наши слипоны именно в стиральной машине. Главное, выбирайте деликатный режим, не включайте отжим, все, вы их абсолютно легко отстирали. Про химчистку забываем, и прослужат они вам очень и очень долго. Итак, выбирайте, специальное предложение сегодняшнего дня. Успевайте, специально для вас, с любовью.